Каждому клубу мы уже приобрели лингофонный кабинет. Сюда входит ноутбук для работы, наушники, флеш-носитель для того, чтобы ребенку было проще, так как мы только работаем на разговорном языке. Меньше пишем, больше говорим. Определена программа для всех разная, да, в зависимости от подготовки. Но должен ребенок в течение года изучить не менее 500 слов обихода. Это словосочетание, это предложение. Кто-то начинает со счета, кто-то начинает с названия утвари, кто-то начинает с семьи, то есть кому как удобно. Детям нравится, когда идет обсуждение, обмен опытом, мы видим, что сами носители родных языков, неважно, алеутский это, корякский или эвенский, они такой интерес проявляют. И ребенок, который сидит, он понимает, для чего ему это надо, что от него хотят. И все это же происходит в непринужденной обстановке, в неформальной. Разница-то есть с тем же факультативом в школе, когда весь класс сидит. И, как правило, не знающий языка. И здесь для каждого определено. То есть там главным фактором, на мой взгляд, все-таки является желание пожилого человека, а может быть и не пожилого, взрослого человека, его желание передать этот язык, соответственно, у ребенка получить эти знания.